приглашаем всех на выставку-продажу «Межрегиональная ярмарка меда» с 23 по 30 июля. Сок «Энергетик», улица Энергетиков, 47. Ждем вас с 10 до 19 часов. Специальное предложение от Сургутнефтегазбанка. Только с 13 июня по 31 августа 2012 года сезонный вклад «Летний фреш». Высокие проценты. Возможность частичного расходования средств со вклада. Возможность внесения дополнительных взносов. Выгодные условия досрочного расторжения. «Летний фреш». Свежее решение для ваших сбережений. Сургутнефтегазбанк. Прогноз погоды представляет Сургутнефтегазбанк. Всегда рядом с вами в любую погоду. В предстоящие сутки над Ханты-Мансийским округом продолжит кружить небольшой циклонический вихрь. Главный виновник пасмурной, местами дождливой и не по-летнему прохладной погоды. Днем по округу облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами возможна гроза. Температура воздуха от 21 до 30 градусов выше 0. В Сургуте и окрестностях облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха плюс 24-27. В окрестностях города 23-28, выше 0. 25 июля солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое, слабые геомагнитные бури. Атмосферное давление понизится и составит 753 миллиметра ртутного столба.